4 серпня у Києві вперше відбувся баскетбольний турнір 3x3 світової серії «Челленджер». В ньому взяли участь 8 українських команд, а також колективи із Сербії, Росії, Польщі, Туреччини, Грузії, Азербайджану та Угорщини. Так как это первый раз, я думаю, что в любом случае получилось неплохо, потому что это соревнование высокого уровня, и молодцы ребята, что вообще взялись за проведение таких соревнований. Все хорошо, замечательно, организация устраивает, нравится, поэтому вперед так держать. Соперники действительно сильные, со многими встречались на международных аренах, и чемпионы мира здесь есть, и чемпионы России, поэтому все команды очень сильные. Новая команда из Грузии, Турции, тоже интересные ребята. Турнир очень высокий по уровню, поэтому, я думаю, тут будет очень интересно. Впечатление самое лучшее. Вы знаете, хорошо, что проводятся такие турниры. Пришли люди поболеть. Видно, что людям интересно, людям нравится, и все поддерживают. Хорошая организация, видно, и игроки тоже видно, тоже профессионалы, которые играют профессиональный баскетбол, не только уличный стритбол. Как бы так это дает оценку этому турниру, что если такие игроки участвуют. Вот. А болею за друга, за хорошего друга Роланда Салива. Он заиграет за Азербайджан. Пришел поддержать его, посмотреть. В Нептуносе я играл с одним. Вот за Грузию играет Сергей Туршвили. Потом еще пару ребят тоже, которые и киевских тоже ребят знаю, которые в гидропарк бывает, прихожу поиграть, тоже мы пересекаемся. Так что есть знакомые лица, и как бы хорошо, что...